Да нет, ризотто это вообще неплохо, они же по-разному готовятся. Типа ризотто именно жарится, там рис прям жарится. А в плове, даже в казане, когда ты готовишь, рис сначала пропаривается, потому что он сверху и заливается в воду. Ну, короче, нет, он вообще чисто жарится. Короче, да, может быть, просто у двух стран были плюс-минус одинаковые продукты, но все равно способы. О, блядь, вкус ризотто явно не вообще не похоже. Ну вот, ризотто, короче, ну это просто рис, грибы в основном. Ну и просто правильно приготовить. И еще ризотто делать, конечно, с морепродуктами, очевидно, это частые подачи ваших ресторанов, вообще где-то угодно. Но без, ну, мне и без морепродуктов. Мне вообще очень нравится такой грибно-сливочный вкус. Самое мое любимое блюдо это паста с макаронами, грибами, курицей. Ну, типа, от сливок я, естественно, говорю, хочу отказаться. Да. Я хочу отказаться от молочки, поэтому даже сегодня. Ну, я не буду вам добавлять молоко. Я не знаю, я поображу, но добавлю, может быть, если не буду, то не молоко. Кстати, да, правильно, что его вытащил, потому что вроде во все блюда иногда добавлять не холодное молоко. Почему не знаю, но есть какой-то смысл в этом. Так. Лучок пока золотится. Удалить. Да, конечно. Долгопрудный, привет. Да, я вот в Долгопрудном все время. Так, сейчас вьюсь. Если я оставлю это открытым. Так, грибы сейчас лук подколотится, добавлю к нему грибы. Подожду, пока они... Может, это побольше грибов, как думаете? Или вот столько хватит на сковородку? Дебилы. Хочется нормальное, нетоксичное общество в интернете. Смотрите, если вы хотите написать что-то про грудь, показываю. Нажимаете крестик и нахуй съебываете отсюда, правильно? И не пишите хуйню. Спасибо. Вкус ризотто. Ну, бля, ладно, я это, конечно, пошлая хуйня, но я не удалю. Вот, смотрите, лучок, значит. Видали? Вот так. Сейчас еще немного позолотится. Мы туда хлебочки и прелесть. А, я подарок пойду. Посуду мыть у меня там. Нет, я в целом еще хотела это, блин, рагу приготовить. У меня тыква давно лежит порезанная, ничего я с ней не сделала. Так, это я не алкаш, у меня просто гремят бутылки. Это из-под рецепта. Я подумала, я все-таки добавлю вино. Ну, для вкуса. Когда после грибов, наверное. Я сейчас не вижу, что вы там пишете. Да. Целом подписывайтесь на канал, если вы такие любители готовки. Лоси кушать в Телеграме. Вот. Так я и стану популярной. Буду ходить с трансляциями без лифчика, потому что, блядь, почему я должна надевать лифчик у себя дома? Хотя я даже не дома, но я совсем его не ношу. Все равно в любом случае. То, что вы пишете, это слот шейминг. И этот, как его?
ну, когда обвиняют жертву. Ну, типа, если меня изнасилуют, и вы будете потом говорить, что вот, блядь, потому что она голая ходила, то будет victim blaming, вот. Поняли? Значит, просвечаю. Это, наверное, просто, ну, мы не в Твиттере, и вы не докатились все до, не знаю, до эволюции. Так, все. Ну, скорее не заморщики, скорее... Как говорится, ну, знаете, я фемка, люблю, значит, носить штаны, там, жить одна, люблю, когда меня не пиздят, ну, сумасшедшая. Вот, но я не фемка, я просто сижу в интернете, в том, где есть адекватность, а не там, где школьники заходят на меня подрочить. Так, все, уже там все приготовилось. Этот лук уже сейчас будет черный. Говорю, надо прочистить раковину. Я не женщина. Вряд ли. Мне вообще 16, вас посадят. Но на самом деле нет. Но все равно спасибо. Почему бы тебе не подать футболку? Нормально. Почему бы тебе не пойти нахуй? 800 людей, 800. Капец. Не думала. Вот, ну вот, типа, если бы я в Инстаграме типа проводила трансляцию, там, конечно, удобнее, там тыры-пыры, мои друзья бы сразу увидели, там зашел 5 моих друзей и все. Вот. А здесь хотя бы, ну, нет, ну. А здесь, ну, я не знаю, почему я добавила еще массу, но, блядь, будет. Как покрыть грибы? Вот грибы. Ну, от теста все время не могу. Ой, блин, мне всё кажется, что, типа, они недостаточно такие. Так, значит, подписываемся на меня в Телеграме. Лосик кушает. Подписываемся на меня в... Инстаграме лось.дура. Я не блогер, просто угораю. Ну, иногда мне нравится показывать свою жизнь в сторис. Ну, короче, я вот говорила недавно всем людям, которым, ну, типа, все блогеры популярны сейчас, ну, хотя не все. Ладно, большинство — это зумеры. Ну, знаете, зумеры, бумеры, если не знаете, то, блядь, как вы вообще оказались. Вот, и я, ну, мне как бы 20, я родилась как бы как раз в конце 99-го, и, ну, я вроде с этим умер по возрасту, я должна быть такая, я вроде зумер, блядь, что такое-то? Все идут нахуй с такими комментами. И мне кажется, что, ну, по возрасту я зумер, вначале все было, как бы, да, я общалась с ровесниками, там, все дела, интересовалась игрушками, интернетом, была такая, типа. А потом, ну, может, так и осталось, там, какие-то отголоски этого всего. А потом я начала общаться с дедами и, ну, начала мыслить, как поколение назад. Ой, ну, как бы, как бумеры, да. Я начала общаться с людьми, которые лет на 10, ну, 8 старше меня, поэтому я мыслю пока дни. И вот теперь сейчас, окончательно сформировавшись, ну, думаю, до следующего года человек более-менее сформировать. Скоро что-то мировоззрение поменяется, возьму ипотеку, заведу детишек, но нет. Вот, и мне кажется, теперь... то, блядь, я ни к тому поколению, не могу свободно общаться ни с теми, ни с другими, и как бы, я вроде зумер, но не могу, как-то меня вообще не тянет блогерство, то есть меня врет, меня
тянет, но у меня этого явно не получается так очень хорошо. Вот.